Всех приветствую на канале Animal Life. Семья приехала в лес по грибы, чудом услышали плач этой крошки. Оксана Ростовцева давно планировала вместе с семьей выбраться за грибами. Предвкушая прекрасный день и отдых вместе с родными, она была с чудесным настроением, еще не подозревая, как закончится этот день. Когда девушка с семьей приехала в пункт назначения и вышла из своей машины, она сразу услышала жалобное мяуканье. Обеспокоенная Оксана вместе с мужем отправились на поиски плачущего крохи. Вскоре девушка обнаружила маленького котенка-девочку. Едва она взяла малышку на руки, та сразу перестала плакать, прижавшись всем телом к своей спасительнице. Посовещавшись с семьей, Оксана решила забрать кроху домой. Уже по дороге домой семья дала питомице кличку Нюша. В тот же день Мурлыка нашла дом и любящую семью, а ведь все могло закончиться печально, если бы люди не отправились в тот день за грибами. Семья девушки понимала, что котенок оказался в лесу не без участия человека. Кто-то нарочно завез малышку туда и бросил. По приезду домой кроху первым делом искупали. Накормили и познакомили с кошкой по кличке Люси, которая уже жила в семье. Правда, она до сих пор немного в шоке от того, что в доме появилась новенькая, но Оксана уверена, что та вскоре привыкнет. Огромное спасибо доброй семье за то, что не бросили ни в чем не повинное животное в лесу. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.